С января Кыргызстан принял участие в 5 крупнейших международных туристических выставках. К примеру, выставка FI Tour в Мадриде является глобальной площадкой профессионалов в сфере туризма. Для СМИ Испании была организована пресс-конференция на тему «Туристический потенциал Кыргызстана», а также презентация о Всемирных играх кочевников. В этом году выбрали единый концепт. Это наша юрта, то есть на всех этих площадках мы брендируем наш стенд в этнические тематики, привозим наших деятелей культуры, которые показывают традиции, то есть больше культуру нашей страны, и плюс вызывает огромную заинтересованность именно туристического сектора на этих выставках, поэтому мы получили очень много призов. Следующей крупной площадкой стала ITB-выставка в Берлине. Здесь стенд Кыргызстана вошел в топ-10 из 140 стран-участниц. В этом году по предложению Департамента туризма все отечественные туркомпании объединили усилия и вместе выступили на выставках. В этом году в берлинской выставке собрались около 90 министров 90 стран мира по туризму. И впервые в истории за 25 лет нам дали возможность 10-минутное выступление презентовать игры кочевников. И перед мировым сообществом, перед всеми министрами мы презентовали в этом году. Участников лондонской выставки также привлек самобытный кыргызский стенд. Это юрта, традиционные шердаки, сувениры с национальными орнаментами, звуки комуза и чопочора, а также танцевальные номера. Все страны почти что в последнее время начинают оформлять по-современному. Мы оформили в этнической тематике, поэтому, мне кажется, очень многих людей привлекло именно этническая тематика нашего стенда. И вот в Турции нам вручили такой приз, как самый аутентичный стенд, то есть самый этнографический стенд, показывающий культуру этой страны. Вот, были проработаны определенные договора, заключены меморандумы. Например, допустим, один из представителей нашей делегации, а именно одна из компаний, они стали официальными представителями Экспо-2017 в Астане. На московской международной выставке MITT, являющейся одной из крупнейших в России и СНГ, Кыргызстан выиграл в номинации «Лучшее туристическое направление 2017 года». Представители отечественного турбизнеса смогли продемонстрировать свою продукцию и возможности. Одним из важных факторов, повлиявших на популярность Кыргызстана в туристической сфере, стали игры кочевников, отмечают эксперты. Нургуль Саматова, Алмаз Нурмамбетов, Общественный первый канал.